People visiting a makeshift Wagner memorial in the center of Moscow on August 27 said that the group founder Yevgeny Prigozhin was a real hero, after Russian authorities confirmed he was killed in a plane crash last Wednesday. Russia's aviation agency had previously published the names of the 10 people on board the private jet which crashed in the Tver region northwest of Moscow. They included Prigozhin and Dmitry Utkin, his right-hand man who helped found the Wagner Group. Russian investigative committee said on Sunday that the results of genetic tests had confirmed the identities of all 10 people who died in a plane crash. The private jet crashed 2 months to the day after Prigozhin led an abortive mutiny against Russia's army top brass. Стране как чему-то целому, к ее задачам, ее истории, ее пути, они чувствуют, что то, что происходит, это, конечно, большая жертва, большое несчастье, но это тот период, который надо мужественно проходить. Пригожин показал, как надо и как не надо. И, конечно же, для очень многих командиров, управленцев, лидеров, пример того, как человек едет на передовую, берет флаг в руку, это пример того, как надо. Другое дело, что, конечно же, очень долго высказываний, которые были эмоциональные высказывания, тем более действия, тем более команды своим подчиненным, их оценивать может только время. И в данном случае я бы не брал себя как субъективную оценку, ну, тому, что произошло. Но я бы говорил о том, что такие люди остаются в истории как пример. Потому что это молодцы, это герои нашей страны. Ждет, безусловно, блестящее будущее. Ошибки совершают все. Бывает. Я в первый раз, ну, не верил. Как бы такой довольно серьезный человек, влиятельный. И тот факт того, то, что он погиб, это, ну, довольно серьезный момент был. Не просто в это так поверить сразу. И реакция была вообще очень неоднозначная. Думаю, ребята из Вагнера точно найдут преемника. И я думаю, ну, Евгений Пригожин тоже, ну, наверняка такую ситуацию прикидывал, и я думаю, то, что у него есть, точно приятно. И во всяком случае, я думаю, Вагнера не будут отставать от своих принципов и будут дальше идти. Вот эти разговоры, которые сейчас есть о каких-то ошибках, какие-то оценки вот эти разные, я думаю, что все это будет забыто и будет в памяти людей образ героя. И образ героев, которых он вокруг себя собрал. И он, и Дмитрий Уткин – это настоящий герой, которого, наверное, такого цельного образа сейчас нигде нет. Не только у нас, но и вообще в мире.